лучшая защита от посягательств на ваши деревья. Муравьев является синтепоновая юбочка. Именно юбочка, потому что многие фиксируют синтепон на стволе посередине. И муравьи, находя тропинку, пробегают выше по стволу. А так как они в данной конструкции упираются в шляпку и не могут пролезть у края юбки. Нарядив ваших красавиц, таких вот груша, вишня, абрикос и вообще любые деревья, которые вы хотите сохранить для собственного использования. Например, роза. Под этой розой обилие муравьев. Скорее всего, я попал на муравейник. Ну ничего. Ну, воспользовались уже пихтовым маслом. Прикорневой ствол уже обработан. И муравьи туда не лезут. Но все равно бывает еще чуть-чуть. Пролазят, пробуют. Я думаю сделать ну такую небольшую. Тоже назовем ее юбочка. И на нее уже нанести пихтовое масло. Посмотрим, что получится. Да, естественно, можно это все оформить более красиво, более эстетично, чтобы глаз радовало.